не то 100%. 100%. Блядь, барабашки надо просто какого-нибудь отрабатывать. Да. Вот будка, про которую говорили не с утра. Не будка, твой любимый. Любит цвето. А, не, ну мы поймем его песню. Чё ты как херню поешь? Какие треки, да, пишите, парни. На самом деле мы сегодня у легенды русского рэпа. Сейчас он выйдет из будки. Если он выйдет из будки, то вы увидите. Если нет, то как бы, ну должен выйти. Я считаю, что ему надо потратиться. Потому что как вот как энергию убивать? С Люберов видно! Короче, вот так вот. Здорово, бро! Будку. Ясно говоря. Будку, короче, да. Новый лейбл. Доставлять. Это вообще жопа такая. Но... Пифти, управляющая компания, кто поменяете нормальный лифт, блядь, везем, блядь, везем, вот блядь, везем, блядь, везем, блядь, блядь, поменяется, блядь, нормальный лифт сделайте. Да, бухали сильно. Но ничего страшного, это Россия, это стабильно. Блин. 72-й час сбора будки. Мы все устали, заебались. Это, короче, сборщики будок. Познакомьтесь. Они с умным видом уже третий день ходят и собирают будочку. Мы здесь провели уже несколько суток, и нам удалось собрать 3 части. Алиса, ты любишь Пашу? Конечно, как его не любить? Короче, может, ну вот. Всегда хочет. Сдала меня. Да, оборванец, пишу матерные стихи по районам, скитаюсь, маюсь над своим естеством. Сань, потрахайся, Сань! Мы застряли в пробке и долго ехали, и... Когда вы едете с музыкантами, когда долго с ними, блядь, едешь, они начинают от безысходности петь. Ты вези меня, газель, даже если, блин, метель. Спасибо, да, мужик. Спасибо, бро. Давай встретимся фразами честными, задержками на двоих, губительная слабость на двоих, губительная радость, мурашки, босые ноги по холодному паркету. Все, поехали, едем за будкой, ебаная. Надо что-то договорить, да? Да, погромче, только петлички нету. Я водил, отъедись. Значит так, мы едем за будкой. На глазах у нас не за будки. Объясню почему. Вчера бухали сильно. Но ничего страшного, это Россия, это стабильно. Блядь. Надо говорить что-то. Да. Сань, потрахайся, Сань! Давай, да ладно, давай. Я считаю, что ему надо потрахаться просто, понимаешь? Потому что как вот, как энергию убивать? Дрочка это не то 100%. 100%. Блять, барабашки надо просто кого-нибудь отрабатывать. Это была твоя жопа, сука! Почему все вокруг жопы? Ну ладно, блядь. Ну я не знаю, блядь, что ты, типа, я не придумал, блядь, ну ты чё, братан, ну блядь, ты с утра мне предлагаешь батлиз, ты чё, охуел? Ну а чё, а вдруг тебе позвонят, скажут, давай 1 000 000 рублей на версус, а ты нихуя не написал текст. Похуй. Вот мы приехали, ребят, за будкой. Да. Вот будка, про которую говорили не с утра. Не будка, твой любимый. Любит цвето. А, не, ну мы поймем его песню. Чё ты как херню поешь? Какие треки, да, пишите, парни. На самом деле мы сегодня у легенды русского рэпа. Сейчас он выйдет из будки. Если он выйдет из будки, то вы увидите. Если нет, то как бы, ну должен выйти. Он очень скромный парень, но он в будке. Постучаться так, типа. А ты можешь вот тут. Тут смотри, окошечко. Сейчас. Кто такие? Я вас так вот. Он пока в будке, короче. Типа, опа. Вообще, разобрали просто... будку, едем, да, к Паше собирать будку. Спасибо, да, мужик. Спасибо, бро. Спасибо. Скоро будет новый крутой звук. Спасибо Кузьмичу из Многоточия. МС 1.8 он же. 1.8, спасибо, короче. 1.8 мы попиросим. 1.8 мы попиросим. Все, вот так, короче. Говно сносим. А, на кармане ничего не носим. Здесь управляющая компания, блядь, поменяйте лифт, нахуй, вообще не едет, ни кнопки не работают. И хорош пердеть в лифте, блядь. А вот это шо, блядь? Нихуя, разваливается, блядь. Хорош пердеть в лифте, соки. Управляющая компания, кто поменяйте нормальный лифт, блядь, везем, блядь, везем, блядь, будка, блядь, поменяйте, блядь, нормальный лифт сделал. Вот такую, короче, газель, сейчас мы это все там перевезем. Что это за мужик? Сейчас мы, короче, эту будку транспортируем, все. Везем нашу будку. Доставка этой будки оказалась не такой уж и легкой. Будка большая, там 1.20 м высота, в длину, короче, в высоту она 2 метра. Вот, и мы, короче, нашли Арена. Арен, салют.
Вот, он занимается доставкой, если кому-то нужно, у него газель грузовая. Какая у тебя газель, короче, как вообще? Длинная, да? Как да, она, грузовая? 4.20. Во, короче, кто в теме, тот поймет. Короче, 4.20. Я Арены контакты оставлю в описании под этим видео. Как я уже сказал, я в своих блогах буду поддерживать малый бизнес, просто фрилансеров, людей, там, у кого ИП. Поэтому, короче, у Арены сейчас, он столкнулся с такой же ситуацией, как и мы все. Мало заказов, и, короче, вы все прекрасно понимаете. Поэтому ссылка на Арены будет под этим видео, контакт Арены будет под этим видео. Обращайтесь, он с удовольствием сделает вам доставку. Да, мужик? Да. Все, всем салютики. Я. Всем пробудиться, пора от этой мертвой скачки. Давай. Только не сбивайся. Всем пробудиться от этой мертвой спячки. Новая эра, водолея, вороги, прячьте, сын, и встает за дело. Берутся всей душой, поднять традиции из пепла, управлять судьбой. Давай завязывай, верить всем до мудрецам. Ты ведь силен, как буря, кузнецик знаешь сам. И все ответы внутри, не надо искать света. Планета ждет героев, они придут с рассветом. Ха-ха, вот так вот. Е-е-е. Ясноговорящий Денис Кизим, Иван Чернокнижный. Вот так вот мы едем. В этом божественный план, где-то внутри отков наших ног. Угадай мелодию с трех нот. Звездная поехали. Звездная пыль на сапогах. Своим естеством не отпускайте с утра, не перед сном. В запасе мульон слов. Варю свой борщ, не бульон. Наваристая приблуда в лексике. Варю, кто есть, хотел лютые отвары. Механизм запущен, не опустить тварям. Ведь пожар тушат пожаром, эти мысли не изгнать. Будь я при смерти с перегаром, как проклятый нарк, соскребаю с котла жизни на гары. Ведь мужика ценят за поступки, а не за постукивание. Нахуй смысл этого текста, жизнь наркотик. Чай с утра, кофе ночью, делай как велик сердце. Делай как хочешь, тебе деды уже подарили теплые дни, да теплые ночи, сожми жизнь кулак, добейся чего хочешь, йо-йо-йо. Удачи, ту-дут, ту-р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 у-
долго ехали, и когда вы едете с музыкантами, когда долго с ними, блядь, едешь, они начинают от безысходности петь. Они поют и поют, да, поют и поют, их, блядь, не остановить, короче. Они поют все, поют Соя, какие-то свои эти делают каверы, вот. Песен еще не написаны. Вот. Сколько? Вот. Скажи, кукушка, пропой. В городе мне жителя на выселках, камнем лежать или гореть свистою. Солнце мое, взгляни на меня. Взгляни. Моя ладонь превратилась в кулак. В кулак. Да, оборванец, пишу матерные стихи по районам, скитаюсь, маюсь над своим естеством. А вообще я обычная приезжая, провинциальная лимита. Все, что я хочу, это здесь сигарета стоять, шторить свое дерьмо или повторять неоднократно. Моя любовь к словам не имеет границ, она безгранична. Если собрать все слова заграничные и мне перевидеть меня даже со стилетом в руке у виска, это маленькая мечта эфемерной жизни. Парирую словами, как Гарик Каспаров шахматами. Делаю музло, как самый искусный маг. И я просто сдохну, если перестану писать. Вау-вау-вау-вау. Вот мы, короче, подъезжаем, уже нам осталось совсем немного. И у нас, короче, классный припев родился. Давай. Раз, два, три. Ты вези меня, газель, с Люберов видное. Мы будку ведь привезли. Я сфальшивил вот его. Ты вези меня, газель, даже если, блин, метель. Даже если, блин, метель. К Пашке ты ведь привези. Будку целой довези. Вот. Обращайтесь, газельки от нашего Ары, братки. Выпуск, короче, про будку. Будку, блядь, если честно, доставить вообще ни хрена не легко. Короче, вот так вот. Здорово, бро. Будку. Ясно говоришь. Будку, короче, да. Новый лейбл. Доставлять. Это вообще жопа такая. Но пацаны сказали, что это вещь нужная. И важная. И важная. Поэтому... Добрались мы еле-еле. Еле-еле мы добрались.
продолжаю, короче, вести интервью с, как это сказать, с передовой. Сейчас мы это все будем, короче, интегрировать вот эту будку вот сюда. Вон там Даня что-то крутит, он постоянно сидит и что-то подкручивает там. Кто не знает, что он подкручивает, но, короче, вот. О, сейчас, а вот это, кстати, владелец вот этой комнатухи, Пашка. Алиса, ты любишь Пашу? Конечно, как его не любить? А у тебя есть его фотки? Нет, нету, а что? А хочешь, он тебе скинет? Хочу, конечно. А он сам не может? А он сам может. Паш, скинешь Алисе фотки? Конечно. Голые. Короче. Он все может. Ну он вот. Всегда хочет. Сдала меня. Ну, короче, про Пашку вы все поняли. Ну, как бы. И вот такой вот у нас процесс. Вот там вот будочка будет. Эта будка, мне кажется, заебала не только меня, она заебала всех. Но будка нужная вещь, короче. Короче, вот здесь вот сейчас мы до сих пор собираем эту будку. Короче, сейчас эту камеру плохо. Мы собираем эту будку, либо она собираем дождь, либо мы ее, короче. Цель должна быть или достигнута. Цель должна быть или достигнута, или уничтожена. Наня с отверткой ебешит, короче, уже там не по-детски. Вот, сейчас мы посмотрим, где этот хрен, который здесь живет в пыли. Сейчас смотрите, где он там. Вон там. Видно, нормально? Вот он. Вот, короче. Я тут могу сдохнуть от двух моментов. От сбора будки или от пыли, блядь. Ну, 72-й час сбора будки. Мы все устали, заебались, и мы до сих пор здесь. Просто все заебали. Зато 200 стенки уже. Зато 200, шел 282 день. 2 стенки готовы, блядь. Пыль мы убираем. Осталось еще 2 стенки и потолок. Уже не надо пылесос, прям мы пыль убираем с собой просто, блядь. Мы здесь провели уже несколько суток, и нам удалось собрать 3 части. Это, короче, сборщики будок. Познакомьтесь. Они с умным видом уже третий день ходят и собирают будочку. Вот. Мы продвинулись на... Блять, ну мы дохуя продвинулись, если честно. Так, вон. Вон там это Пашка, владелец этой пыльной комнаты. Мы надеемся, что там не будет пыльно, хотя бы в будке не будет пыльно. Вот. Но мы уже дохера сделали. С нами нет еще одного клубного чувака, он работает, он пошел работать. Вот, но мы тут втроем справляемся. Короче, вот такая вот будочка от Easy Room. Паша будет писать в ней звук. Респект за будочки, за такие классные. А Даня, он монтирует. Есть. Короче, собрали мы эту будку. Она нас всех заебла, но будка нам принесет счастье. Да, мы все-таки Пальбас. Смогли ее сделать. Мы ее все-таки сделали. Easy Room. Опа, давай еще раз. Easy Room. Easy Room. Гарантия качества. Все, даже подрезать это не буду. Все, всем пока, короче. Не забудь прожать жирного лукаса, ударить в колокольчик и там что-нибудь сделать, репостик и так далее. Все, всем пока. Включать камеру, блядь, но приходится это делать, блядь. Приходится это делать. Всю эту залупу я кину в конец выпуска, блядь. Там выйдет минут на 40, нахуй. Вот и слушайте. Жопа! Когда-нибудь, блядь, когда, может, мы будем зарабатывать, блядь, когда мой блог заработает, нахуй, когда этот Белобрысый начнет платно песни уже хуярить, когда там, не знаю, нас, когда этот рэпер начнет, блядь, бабки зарабатывать, но хуй его знает, как бы, блядь, пока мы только заработали на бензин, блядь, для Дани, нахуй, то он сам его купил, блядь. Не, ну клип точно даже нормально, не сварить, если он не потратится. Я все равно хожу по улице и думаю об этом. Рамштайн, короче, снять клип Пусси, где они, короче, все ебутся. Шарите, блядь. Все, блядь.